Всем привет! С вами снова я, Евгения, и у нас в гостях подружка Барби. Она решила сделать себе точно такую же прическу, как и у Барби. Как это у нее получилось, мы узнаем, когда откроем коробку. Длинные волосы подружки Барби коричневого цвета. Глаза зеленые. Макияж глаз выполнен в розовых оттенках. На губах нежно-сиреневая помада. Колье украшает розовый цветок. Топ закрепляется на шее и на спинке на липучках. На топе цветочный рисунок. Юбка платья чуть выше колен, выполнена из блестящего материала и темного цвета. Высокие босоножки розового цвета с кружевом на каблуках и камушками на пряжках. У подружки Барби тоже есть расчесочка, только она голубого цвета. Голубые бантики и темно-синие пряди подходят под основной наряд цвета платья. Вам обязательно понравится выбирать наряды для подружки Барби, а также подбирать новые прически. А на сегодня у меня все. До новых встреч!